Ребята, привет! Хочу вам показать яйца черепахи. Смотрите, два яйца черепахи нашли. Сеньор Чизера ди ке кулёво? Да, тартаруга. Я спрашиваю, сеньор Чизера, чьи эти два яичка? Она говорит, черепахи. Дуй сонок, оля тартаруги? Жардина. На жардина, в саду у нее живут. И я, ой, спрашиваю у нее, а будут у нее маленькие черепашки или нет? Она говорит... Неизвестно, это женского, однозначно, что женского, а их две. Неизвестно, что второй, он самец или как. Они неоплодотворенные получаются, неизвестно, получится из них потомство или нет. Сеньор Чизер, коми функциона, коми фанно на скондере? Как бывает, как они их... Li mettono un po' sottoterra. Они их покрывают на sole, in un posto dove на, molto soleggiato. На солнечной стороне, в земле. E poi col sole, il sole li cova. И солнце его согревает. E poi dopo 3-4 mesi escono fuori tartarughini. E через 3-4 месяца появляются черепашки. Però queste tartarughe quanto anni già qui stanno? Allora, qui sono sì. Da una dozzina d'anni. Quanto? 12-15. Qui? Sì. No, a me sembra meno. Forse meno. Da meno. Forse 10, sì. Ma... Я у нее спрашиваю, как, сколько лет эти черепашки живут у нее в саду. Она говорит, лет 12. Я говорю, по-моему, меньше. Она говорит, ну, может, 10. Sì, mi sembra meno, sì, sì. L'ha portata la piccia dalla Sardegna. Ah, эти черепашки привезла ее дочь из Сардинии. Salutare. Ciao, ecco. ciao. Ciao a tutti. Come si chiama il bimbo? No, или amici. Как зовут вашего, говорит, дитя? Я говорю, нет, мои друзья. Va bene, grazie, grazie per ora. Спасибо, спасибо. Ребята, у меня есть видео этой черепахи. Если вы пролистаете все видео, которые у меня есть на канале, вы найдете видео с черепашкой. Оно очень короткое, но оно есть. А это уже вот эти яички черепашьи. Это как раз той самой черепахи. Их две, но я тогда в тот момент увидела всего лишь одну. На этом я видео заканчиваю. Пока. Пока всем.